Ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как RimWorld. Вы дураки? Ой, да, блядь! Ой, блядь, долбоёбы, а! Вот придурки, вот сука! Слова других нет. Босс, иди сюда. Вот хули вы здесь пришли? Сказочный долбоёб. Отдыхать. Вы служили отдых. Это было жестоко, это было сложно. Но мы справились, ребят. Это... Бля, пиздец. Не могу описать это по-другому. Без мата не получается. Так, спиди. Давайте назначим операцию. Вот, силовую клешню в правую руку. Босс, а у тебя сколько по медицине? 15. Все, ты можешь бегать теперь. Бионическая силовая клешня. Ну-ка, зрение улучшено. Сейчас она дает эффективность 100%. Хуй знает, что она дает, но она что-то дает. По идее, урон будет больше, не знаю. Посмотрим. Почему-то нет задания переплавлять металлом, и почему-то никто не берется. Что у тебя по здоровью? У тебя когда наркозов? О, все, отошел. Спиди, давай. И как раз спробуем твою силовую клешню. Бля, вы куда пошли-то, Ладно, иди сюда. Так, спиди и перепел сюда. Пиола сюда. Этот сюда. Заебали рушить то, что... Так, короче, вот эту вот стену мы сносим нахуй. Это раз. Во-вторых, и занимать своими делами это два. А это переносится. Дорогой, ты иди сюда. Я поближе, поближе, дрой, поближе. Все замечательно. У нас есть корабельный аккумулятор. Дальше вот эту хуйню устроим. Кластер. И саркофаг ясно. Ксенер, по-моему, ты уже да. Ты изучил. Ты излечился от своей этой наркоты и все, замечательно. Я почитал вот сейчас тут про энергию с помощью какого-то ионического реактора для андроида. Скорее всего, его можно будет андроидов отправлять в более дальние путешествия. Думаю, его надеть будет несложно. То есть изучить сейчас. То есть, когда у нас сейчас изучены эти генераторы, по идее, чисто теоретически я должен где-то его найти. А вот, сделать дроид-генератор. Может, вот так вот сделаем. Сейчас кто-нибудь из ремесленников должен прийти сейчас и сделать. Дикарь пришел? Я стоит пиола оставить. Да, дикарь просто пришел и такой, эй, я пожру тут у вас клубничку вашу. Угу. Размечтался. Ты пришел присоединиться, да? Не знаю, что с тобой делать. Для начала вот так вот. Насильщику больше, да? Пойдешь. Вместо робота у нас будешь. Теперь, когда выкололся этот длинный меч из стали, возьми его, пожалуйста, Бёрд. И мозги, пожалуйста, нам не еби. Спасибо. Не хотят они собирать вот этот весь урожай, который порос всякой заразой. Просто не хотят и все. Я ему приказ дал, а вручную назначать это как-то дико слишком. Стоять. Это та самая черепаха, босс, беги. Пельмень, ты близко, давай, иди сюда. У нас началась жуткая нехватка компонентов. Опять бз. Ой, бля, сейчас все погорит. Ну ладно, не так уж и страшно. Страшно то, что сейчас все может испортиться. Из-за большой аномальной жары тут. Остается только ждать, больше делать нечего. Пока кипиш какой-нибудь Рэнди не подкинет опять. Так, у нас изготовились эти наши дроидные генераторы. Попробуем их надеть и посмотрим. Так, вроде ты их надел.
А, вот, с помощью химтоплива. Нихуя ты, ну... Ну, химтоплива у нас за глаза, поэтому используем. Все замечательно, у нас построились эти стены. Давайте вот так вот замуруем первый слой. И вот этот разрешить надо. Мы завершили теперь полностью все наши исследования, связанные с кораблем. И теперь можно сделать сам корабль. Теперь, когда линия защиты построена, предлагаю сделать для начала тут небольшую хотя бы попытку импровизированную киллбокса. На всякий случай. То есть пусть Скай будет лишним, нет, лишним явно не будет. Но я все-таки надеюсь, что они будут приоритетом выбирать вот это место и идти сюда. Потому что тут как бы тройная линия защиты, и им вообще не улыбается, наверное, сюда идти. Какие тут большие пещеры, я ебал. Вот это все, если выкопать, то это дохуя ресурсов. Так, сионеру теперь нужно отключить. Никаких наркотиков. Потому что он сейчас... Никаких наркотиков, потому что он сейчас зависимым станет от них, и все, пизда рули. Я строю киллрум обычный. Он ничего из себя ничего не представляет такого. А также, наверное, я забыл покрытие сделать хотя бы. Пока не повеселятся, наделают себе бафов всяких. Нам сейчас нужно компоненты. Компоненты делаются только здесь. Так, давайте автоматы все отменим. Один доделаем, вот это вот. Один, и все. Торговец контрабандой. А, знакомые они тут, что ли? Да, это хорошо. А, Джордан, будь добра, поторговайся с ними. Куриные яйца неоплодотворенные. Сколько штук? 81 штука, охуеть. Дроид один, будь добр, принеси золото. А, Бёрд, принеси, пожалуйста, все яйца, пожалуйста. Да, нам нужен уран и подвинутый компонент там не хватает. 6 штук. Давайте поставим, я правда не знаю, как это работает, по идее без него можно. Если почитать, тут нету контейнеров крепостна. 3 корабельных двигателя? Охренеть. То есть нам еще и строить его. На него очень много ресурсов надо. Сенсорный кластер поставим, пожалуйста, сюда. Да, дорого нам уходится. Ну что, я думаю, справимся. То есть нужно сейчас просто жить, торговать и все. Побольше сейчас мне нужна сейчас сталь и компонент, и также продвинутый компонент. Все, мы на пиво выменим и свободно. С этим даже проблем не возникло. Вот что я хотел изучить, монитор, да, у нас я хотел изучить по жизни показатели. Так, принять. Мы немножко денег потеряли, тем не менее, у нас есть теперь компоненты, продвинутые компоненты. Мы можем заняться дальнейшим постройкой корабля. Корабельный двигатель. Нужно 70 урана, то есть большей части мне нужно еще 18 продвинутых компонентов и около 200 единиц урана. А сколько у меня сейчас есть урана? Уран. У меня вообще он есть? У меня, по-моему, вообще нет урана. А 64 единицы. Да. Не густо. По сути, нам на эти штуки, на саркофаге, нужно только уран. И компоненты. Продвинутые. В остальном у нас все есть. То есть, если мы хотя бы одну штучку сделаем, вроде на две штуки или на три нам должно хватить. Но я хочу увести всех колонистов. Чтобы рядовой пельмень стал наконец капитаном, нужно всех увести. Я построил сканер минералов дальнего действия в надежде поискать еще материалов в виде стали на нашей планете. И перегонный аппарат, это на случай, если нашему роботу вдруг понадобится химтопливо. У нас наступило полярное сияние, значит, надо выйти всем колонистам. Немножко поднять, получить баф. Полярное сияние, вон, все, они получили баф, можно разбегаться. Метеорит упал. Золотом, да? Ну да, золото неплохая руда. То есть она полезная мне будет. Плохо то, что он залупинский упал, но не важно. Давайте также приручим, попытаемся этих муфала. Пиола, я думаю, с этим справится. А, грузовые контейнеры с ягодами. То есть у меня с ягод, думает Рэнди мало. Сейчас он посылает всякие плюшки, а потом начнется финтифлюшки. Еще метеорит. С известняком. Ну, это бесполезно. Плохо мяч.
Юла, а почему ты ешь ягоды? У нас еды нет. Почему, Исаак, еды нет у нас? А, понял. Задание. Так, давай тебе детали поставим. Радиус поиска ограниченный вот настолько. Угу. Чтобы ты далеко не бегал, потому что началась вот такая хуйня, то что ты начал бегать за 3-9 земель. Нахуй такое надо? Нихуя ты большой. Сталь, уран, больше всего не хватает мне урана, да? Давайте пока назначим копателем, чтобы в поиске новых ресурсов. На, налет. Вербовщики, ну они не такие сильные, у них огнестрела практически нет. Так, давайте мы дроид, куда побежал, нет, сюда. Всеобщая мобилизация. Надеюсь, они с правильной стороны. А, они пока не атакуют. Ладно, стоим. А идут на штурм, все, зашибись. Жорна, ты где? А, стой здесь. Стой здесь, моя умница. Они правильно сделали выбор. Атакуем тех, кто выглядит наиболее устрашающе. Так, все, мы победили их, это не проблема. Захватывай. Захватывай. Вроде только двое выжило. Говорю, они не представляли собой особой опасности.